Так вот, гражданин судья, бабы-то и укоренились в бывших панских конюшнях по ту сторону Дона. Но не дрогнули казаки. Но ежели казак пожелает, гражданин судья, он на все руки мастер. Мы могли обождать, ведь у нас-то не горить. И чтоб ты сгорел. Казак все моет. Ему что не дай, все у него в руках горит. Ну, чего морду воротишь? А не признаешь за родню? Тоже. Спеленилась. Паскудница. Ну, пошла. Да не трясись. Стой, чертяка лопоухая. Стой, я тебе сказал. Стой, чародеюшка. А то нервы у меня разыграются, так я тебя и жизни решить могу. Ну, не боись? Давай, давай. Господи, милостивец, помоги грешнику. Ну, ладно.